Вот, бесплатно берете каяки, серфборды, пэдлборды. Это пэдлборды, это веслом грести. Ребята, я не разбираюсь в русских словах. Вот на многие вещи. Я же в США с 14 лет живу. Поэтому такие слова даже я не знаю. Ну, по-английски это называется paddleboard. Веслом становитесь на эту штучку и веслом гребете. Очень удобно, прикольно. Я один раз попробовал, наебнулся. Она мне как-то... Я причем так ужасно наебнулся, что она мне вот этим передней частью поебала дала. Лодка. Пилотка. Водичка уже становится прозрачная, потому что сейчас уже солнышко выходит. У нас только, сколько, 8 с лишним утра. Рано еще. Вот. И люди идут. Paddleboard. Deborah, you're a paddleboard. I know.